Трасса Курган-Звериноголовская – одна из старейших дорог с твердым покрытием. Поэтому необходимость ее ремонта назрела еще в начале 90-х. Тогда новый асфальт положили на участке чуть более 4,5 километров от поста ГАИ в сторону Китова. Затем работы свернули из-за отсутствия финансирования. Возможность продолжить ремонт появилась в 2008-м. Дорожники отремонтировали 8,5 километров трассы. На реконструкцию потрачено 302 миллиона рублей. Большая часть из них – средства областного бюджета. Такие вливания были необходимы, говорит губернатор Зауралье. Несмотря на то, что трасса находится на балансе области, она имеет государственное значение. Связывает российские города с Казахстаном. Строители учли все современные требования. Положили асфальт шириной 9 метров, предусмотрели безопасное расстояние до деревьев, на перекрестках оборудованы треугольники видимости. В планах властей вскоре провести здесь освещение. Мы с вами имеем большой жилой массив. Относить его можно к Китовскому району, как угодно, но сельхозакадемия для нас это большой микрорайон, собственно, я считаю, города Кургана. Да? И вот безопасность движения по этому участку, особенно в зимнее время, темнеет рано, рассветает поздно. Безусловно, хотелось бы, чтобы эта дорога была освещенной. В настоящее время власти ведут переговоры о переводе трассы в статус федеральной и необходимом ремонте дороги Курган-Тюмень. Александр Гришаков, Андрей Глазурин, Светлана Брагина, телекомпания «Регион-45».